Greetings, everyone, and welcome to the Lesson of English. Здравствуйте, приветствую вас. Добро пожаловать на урок английского языка. I'm a teacher of English. My name is Евгения Лафицкая. Я преподаватель английского языка. Меня зовут Евгения Лафицкая. Когда мы отправляемся в путешествие, мы летим на самолете. Сегодня на уроке мы будем учиться, как правильно понимать информацию на английском языке в аэропорту. Правильно произносить слова нам поможет Люк. Он преподаватель из Великобритании. Hi, I'm Luke. I'm from Britain. I'm going to help you with your English. Итак, давайте начнем наш урок с простых слов. Airport. Airport. Аэропорт. Airport. International. Международный. International. International. Давайте попробуем сказать. International Airport. International Airport. International Airport. Попробуйте произнести. В английском языке слово билет будет ticket. 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 Registration. Регистрация. Registration. Registration. Ticket registration. Регистрация билета. Ticket registration. Ticket registration. Попробуйте сказать. Самолет по-английски будет plane. 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 Попробуйте. Flight. Рейс. Flight. Flight. Сейчас мы скажем рейс в Москву. Flight to Moscow. Flight to Moscow. Попробуйте. В международном аэропорту есть информационное табло, где можно узнать о своем вылете. Давайте научимся его правильно читать на английском. К примеру, статус вашего рейса может быть отложен. Delayed. 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 Попробуйте повторить. Рейс в Москву отложен. The flight to Moscow is delayed. The flight to Moscow is delayed. Попробуйте повторить предложение. Молодцы! У вас отлично получается. Отменен по-английски будет cancelled. 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 The flight to Moscow is cancelled. Рейс в Москву отменен. The flight to Moscow is cancelled. The flight to Moscow is cancelled. Повторите. Замечательно. Start. Начинать. Начинается. Boarding. Посадка. Boarding. Boarding. А теперь давайте скажем по-английски. Началась посадка на самолет. The plane starts boarding. The plane starts boarding. Повторите. Отлично. Ну что ж, наш урок окончен. Для того, чтобы лучше усвоить и запомнить лексику урока, посмотрите видео еще раз. We hope
you will continue to learn English. До новых встреч. Увидимся.